Ну что ж, доброго времени суток, крабы, раки и креветки, а также иные членистоногие. С вами Бонивур и рубрика Best Replace. Как показали последние два выпуска, может быть, не всегда best, но черт возьми, по-прежнему Replace и самое главное с душой. У нас какой там уже 42-й выпуск, по-моему, на очереди, и по традиции мы зачитываем имена героев на карте Родины. Тех, кто поддерживает выпуски каждой новой серии, и именно благодаря вам они выходят в два раза чаще запланированного. Холидей 1500 рублей перевел, это самый крупный донат в 42-м выпуске. Вернул лидерство по донату в нашей группе ВКонтакте и спрашивает, можно эпичный реплей с орками? Конечно, можно, заходи. И Ленатта, 195 рублей. Небольшой взнос в пенсионный фонд создателей. Аплодисменты не забудь. Поаплодировал. Адольф, соточку. Ну, я смотрю, Адольф с каждым выпуском богатеет. Потихонечку, знаете, становится все более состоятельным. И вот уже до сотки дошел, так сказать, перевалил за несгораемую сумму. Спасибо. Николай Сатаев, 41 рубль. И вот, да, Василий Добаевич, 42 рубля. Переплюнул, немножко превзошел, превозмог Николая Сатаева. И вот Михтыч, 25 рублей перевел, написал имхо, 40-й и 41-й выпуски. Ни о чем, никого не хочу обидеть, очень уважаю ваш труд, прошу принять критику правильно. Ну давайте на этом остановимся, раз уже зашла речь, Михтыч. Я лично, как и большинство, совершенно с тобой согласен. Выпуски явно не дотягивают до того высокого стандарта, который мы задали. Но здесь есть один нюанс, дорогие друзья. Вы даже не представляете тот объем работы, который проделывает аспирант в поисках этих золотых крупиц в целой горе навоза. Ежедневно он пересматривает десятки, может быть, сотни разных реплеев. Измучил себя Варкрафтом уже до нельзя, и он ищет какие-то жемчужины, но это очень непросто. Все крутые, золотые, яркие, эпичные, нестандартные демки, они уже, в общем-то, отсмотрены. Сейчас проводится колоссальная промышленная работа для того, чтобы найти для вас новые. Поэтому вместо того, чтобы метать ваши критические стрелы в несчастного аспиранта, который и так практически по полдня ежедневно проводит в поисках материалов для вас, лучше помогите нам, нет, не материально, а творчески. Помогите нам искать эти реплеи, предлагайте реплеи в нашей группе ВКонтакте. Мы с удовольствием примем эту помощь, и вы значительно облегчите нам работу. Одно дело критиковать, другое дело помочь. И, кстати, только пожалуйста, вот не нужно присылать демки из разряда «Я, конечно, не проф, но вот сыграл интересную игру на ладдере, где одной арчой убил человека, который не смог построить главное здание». В общем, я все понимаю, у каждого из вас в игровой практике на любом уровне есть демки, которые его радуют, но не нужно все это сливать нам. Хотелось бы действительно каких-то нестандартных сюжетов, каких-то ярких ходов, необычных героев и, самое главное, интриги. Поэтому, дорогие друзья, мы объявляем вакансию, ну, конечно, пока на добровольных началах, потому что сами едва сводим концы с концами, но, тем не менее, объявляем вакансию на должность помощника, назовем это так, скаута реплеев. Что от нас? От нас, естественно, благодарность ежедневная в выпусках, слава, почет, уважение и популяризация вашего имени. Ну, а от вас, собственно, хорошие демки, яркие, сочные. Ищите вместе с нами. Вы просто не представляете, сколько версий Варкрафта у аспиранта на компьютере, как тяжело постоянно. Вы же понимаете, что сейчас вышел новый патч, и вообще демки-то мы собираем за все времена, а это разные патчи. И один патч не идет, демка одного патча просто не воспроизводится на программе другого патча. То есть необходимо ставить массу разных патчей Warcraft, это масса разных игр, которые начинают конфликтовать друг с другом. В общем, у аспиранта на компьютере творится невообразимая каша с миллионом Warcraft'ов, с миллионом программ, которые позволяют смотреть старые реплеи, и эти программы перманентно
устаревают и спорадически меняются на другие. В общем, ребята, это не все так просто, как вам кажется. Так что помогайте, будем рады. Ну и, конечно, помогайте материально. Спасибо вам, ребята, за вашу поддержку. А мы приступаем к разбору 42-й серии Best Replays. Погнали! Погнали наших городских. Орк Хофт против кого? Против Андеда, но не знаю, пока еще не увидел его никнейм. Музычка пошла отлично. Это радует. Неизвестно нам пока Undead, а... Да, ну там, короче, какой-то странный набор букв. Инт, фау, фауст. Короче, назовем его фаустом и успокоимся на этом. Итак, Хофт, это, видимо, какая-то пиратская версия Хавка. Но они вообще из одного клана, насколько я могу судить. Это клан Вар. Клан Вар какого-то, не знаю, лохматого года. Судя по всему... Опять же, палеозойской эры. Так, здесь у нас алтарь поздний. Здесь у нас кладбище. Здесь у нас фаст финды. Карта Twisted Meadows. Они долго переписываются. Кто-то поздравил кого-то с днем рождения. Тут доска объявлений. Привет передают друг другу. Это радует. Warcraft тогда действительно аккумулировал большое количество социальных групп. Орк играет через стандарт. А, орк нифига не играет нестандартно. Ждем бараки. Барараки. Барсик. А, это Барсик и Фастэдж. Ясно. Ну вот, просили какого-нибудь нетривиального развития. Вот вам стратегия от Орка. Фаст Барсик с Харасом Акалитов, Фастэдж и, скорее всего, Виверны. А может быть и застройка. Но, скорее всего, Виверны. Ставлю на Виверны. Дальше они общаются друг с другом, что-то там какие-то приветы опять же передают, несут какую-то экзистенциальную бредятину. А, древние захоронения, очень древних, ну, мумий, видимо, собираются разводить Undead. А, ребята из одного клана, так что им действительно нужно обсудить новости, красивых женщин, я не знаю, там, погоду, курс валюты. Барсик явно что-то курнул. Видите, красные глаза, какие у барона ледяного. Это не ледяной его все взгляд, конечно. Это взгляд человека, который либо не спал неделю, либо сидит плотно на травке. А может быть и на каких-то псилоцибиновых веществах. А может быть и на каких-то нейропсихологических, типа ЛСД. А, что там еще бывает? Экстази. Амфетамины. Сейчас меня Роскомнадзор закроет за это все. А Барсик пошел на Харас. Это единственное место, куда он... Пошел на Харас. Единственное, куда он может пойти. Орк, вы видели, там в принудиловку где-то минуту назад притащил рабочими по щепотке, по какой-то... Валежник разрешили же собирать у нас в России бесплатно. Вот эти ребята валежника собирают. Принесли кто-то тростинку, кто-то веточку, кто-то... сухой сучок, и орк наконец накопил лес на быстрый теч. Теч идет, а Undead затупил с фрост башней, и волки начинают отчаянно гонять акалитов, но толку от этого ноль, потому что ДК Скайлом, он никуда не ушел на Харас. Undead был настолько поздний ДК, настолько поздний, мать твою, ДК, что орк пришел на Харас, а Undead все еще не вышел из базы. Барсик протопал 17 километров через всю карту, а АДК, ну, ленивый. Ленивая жопа. Все-таки пошел крипиться. Морозная вышка есть, там дальше акалитов надо будет поконтролить, и Барсик увязался за ним. Говорит, ну да, что по XP? Ну да, XP. Экспа есть, а если найду... Войска вступили в бой. ДК, кстати, ищет орка еще попутно. Молодец, сейчас зеленую точку закрепит. То есть Undead не имеет представления о месте расположения орка. Это не делает ему чести. А Undead просто... А, молодец, Барсик просто решил покрепиться, потому что, в общем, Харас Акалитов дальше теряет всю свою пользу и рациональное зерно.
поздний барак, Undead обнаруживает, что Грейтнахер 2 уже завершен, там лесопилка, и это нифига не барак, судя по всему, а зверинец. И как же вовремя Undead приходит сюда, какой тайминговый харас, он отменяет зверинец. Он, во-первых, понимает, что орк планировал играть Виверн. Во-вторых, он может предпринять против этого меры. А какие меры? Ну, срочно изучить финдам сетку. Это, возможно, прямо сейчас грейдится. Две вышки он, да, здесь потратил дополнительные ресурсы, наверное, лишние. То есть это уже овер дефенс. Барсика и бесморозной вышкой бы уже ничего не нахарасил особенно. Но наполучал ДК от логов довольно заметно. Он что-то тут потерялся на базе. Посмотрите, тут еще классно закрыл рабочим его. И можно подблочить. ДК вынуждают нажать телепорт. Пытаются убить Финда за счет того, что койл бросать некому. Нормально. Выжили. Так, ну у Андеда все стандартно. Хотя там уже Грет на тир 3 должен идти, если честно. Но помним, что Undead загрейдил Зиккурат дополнительный, поэтому может быть чуть позже. Может это доделывается, говорит, на тир 2. Надо посмотреть. Я по анимации. Чертоги мертвых. Он на тир 3, вроде, если не ошибаюсь. Да, ну Undead все, да, это мелочь. У орка сейчас нет леса, кстати. Это проблема из-за того, что Акалиты полтора часа сидели в бункерах и выбрасывали оттуда бревна, которые туда же не таскали. Соответственно, Виверн много не настроишь с такими лесоресурсами. Нам нужно срочно бежать на пилораму, нанимать дровосека. Но все, эффект неожиданности прошел. И Undead уже готовится морально к Вивернам. Нужно сделать разведку, все-таки посмотреть, что там орк собирается заказывать. Не знаю, может быть, пора выходить в тир 3 и штамповать каких-нибудь минотавров со спиритволкерами, с воскрешением. Ну, уже, знаете, удивлять так удивлять. Наконец у Undead появляется аура. Чайник Wave, кстати, очень неплохой такой микс. Синергия отличная у этих героев. Форсиры и Таурен. И землю они будут здорово утюжить. И Undead придется на свитке разоряться. Так, будем брать второго героя? Пока нет. Вот это своя стратегия. Ну, в общем, они знают друг друга, эти парни. И видно, что подстраиваются каждый под своего визави-товарища. Поэтому все вот это непросто. Это определенные тайминги, которые они тренируют. Вот она, Виверна. Ну, не знаю, орк все-таки решил строить Виверн. Хотя у Андеда уже есть сетка. АДК! А вот этого, конечно, никто не мог предположить, что так вот просто отдаст он ДК. ТП-то не было. Возможно, он сам об этом понял только когда ДК упал с лошади. Попал под копыта. Пришлось выкупать в таверне. Опять же, потратил немного ресурсов. Погоня за финдом. Маны на койл нет. Нова прошла. И фин должен уползти, кстати. Нет, врубаем. Ой, врубили Scroll of Speed, и ДК, видимо, там обозвал Таурена буренкой. Он повернулся спросить, чё ты мне, и финт едва не скрылся из виду. Тем не менее, помер. Здесь войска финт на точке сбора забукал. А орк вышел в экспанд. Вот такие пироги. Орк просто влепил экспанд, и непонятно, это еще одна нова в Таурена. Ну, лич не может закидать Таурена новыми. Такое не бывает. Вообще такого не может случиться. У ДК Кайла нет, но телепорт передали и ушли. Единственный, конечно, минус этой связки заключается в том, что Барсик очень уязвим. Очень. То есть он будет, как там говорили, шлепается, прекрасно шлепается финдами, баратрумы, да? Но Барсик шлепается и финдами, и койл новый, и там арба появится на тир 3 у Андеда. И тут нужен будет инвул, а то и два. И молиться на то, чтобы выпал нужный дроп из точек, которые крипит орк. А именно большой бутылек жизни, большой инвул, что-то такое. Орк пытается крип джекнуть, но Андед уже разобрал все полезное, нужное. Кстати, отличный девайс, лунные браслеты. Не лунные, конечно, это в Sailor Moon были лунные браслеты, а здесь рунные браслеты. У Барсика, кстати, тоже неплохой девайс на Evasion.
будет возможность хоть какой-то дэмэдж заблочить в себя физически. Вот, ну а Undead, я думаю, надо Личу передавать, он более дохлый. Хотя ДК показал, что пока войска он вступили в бой. Не очень большой витальностью обладает на этой карте, уже получил разок люлей, поэтому, наверное, будет носить их с собой. Не поделится с бабкой, тем более бабку можно подлечить Кайлом. Ой, а когти, ты чего? Ну ты Вася, конечно. Алибабаевич. Сейчас скелета, кстати, обнаружит. Должен. Ну, хотя вряд ли он не контролит скелета. Думаю, что этот скелет просто пошел на разведку. Undead намасил Виверн, поставил экспанд. Это все, конечно, прекрасно. Как это дело контрится? Ну, я хочу сказать, что, казалось бы, да, у прямая контра к Вивернам – это финды. Финды с сеткой с персовым дамагом. Ну, не все так просто. Во-первых, я сказал, что чайник вейв. Ну, конечно, никакого вейва не будет. Здесь будет стомп. Так вот, когда Вивер набирается крит-масса, они могут с одного залпа убивать паука. Это называется Deathball. И в таком случае, когда Таурен забегает в тьму пауков и стомпает, Виверны могут 2-3 паука просто зашибить до начала файта. Поэтому Андеду нужна Dark Ranger-ка в качестве третьего героя. У него, кстати, 50 лимита. Андеду нужна Dark Ranger-ка. Андеду нужны будут... Войска вступили в бой. Нужна будет Нова вторая. Там должен быть третий лич. Потому что виверны очень слабые, слабо держат дэмэдж. Они, ну, как правило, такой тип юнитов, которые сам много дамага наносят. Но, естественно, у него должна быть ахиллесова пята. И вот виверны, как правило... В Лоле, например, вспоминаю героев, да, которые много дамага наносят, но и сами очень хлипкие, и ими очень тяжело играть. То есть, вроде они грозное оружие в собственных руках, но при этом нужно за ними тщательно следить, и они очень уязвимы к плохому микро. Лич сожрет Tome of Experience, хотя он так получит третий левел, вторая нова появилась, костяные колокольчики нафиг не нужны. Флейта меткости, ё-моё, там же были костяные колокольчики вроде. В общем, Андеду проперло на лут, он, кстати, продал, может быть и правильно, рунные браслеты не особо нужны, если честно. Так, ну вот начался файт, сразу в сетке переловили, Таурен очень долго пытается выбрать позицию для стопа, в это время уже несколько виверн легли. Стомп на двух финдов, виверны уже все упали, но неудачный момент для орков. Крипджекнул на свою голову, но стомп и волки пытаются разобрать, виверны падают один за другим. Андеду нужно катить, нова по вивернам и минус все, все, друзья. Вот это то, о чем я говорил. И виверны очень уязвимы к плохому микро. Здесь нужно всегда, чтобы Таурен был впереди. Он идет впереди. Какой мастер? Чё мастер-то, лол? Ты коровой не забежал в финдов, не топнул в нужный момент. Она у тебя там последняя в бой зашла. Как всегда, у многих из нас есть друзья, которые приходят последними на любую интересную ситуацию или вообще ее пропускают и потом им все рассказывают, что было. Но так это Урену пришлось рассказывать. В этом был залог поражения орка в этом бою. Но Андед что-то воодушевленный пошел добивать. Может здесь и огрести. Сейчас будет отличный стомп. Таурен не стомпает. Давай! Хорошо пошло. Все-таки у Барсика есть волки и чайник. И волки уже вторые. И поверьте, там финдам тоже не сладко будет приходиться. Опять же аура Таурена добавляет дэмэдж и мобильность. И Кадой сожрал финда. Фокус по Кадою. Все верно. Еще один стомп есть? Нету стомпов больше у Таурена. Вот сейчас накопится. Есть. Это не того героя ману показали. Ну как-то тогда... Не успевает по КД стомпать. Андед явно ошибся адресом. Но он не знал, что орк вероломно нанял рекрутов, наемников из какого-то сопредельного государства. Контрактную армию, короче говоря, собрал. Андед думал, там два героя осталось и одна виверна. Их встретили довольно жестко. Мы как раз сейчас видим, что есть у Андеда и свои уязвимые места, это финды, которые тоже очень плохо держат урон от милишных волков, наносящих дополнительный дэмэдж по средней броне, плюс чайник, плюс стомп от Таурена. Но я думаю, виверн-орк уже не будет строить,
Здесь они ему не нужны. Плюс напоминаю, что у красного коммунистического орка работает дополнительный экспанд, то есть небольшая соцреспублика дружественная, которая делится всем добытым, и там что-то хорошее выпало, да, передали Барсику, что-то на витальность. Поэтому у орка уже есть очень хорошее преимущество. Да, он слил всех виверн в одном бою, но Undead потом по дружбе отплатил тем же, жест ответной щедрости, и слил всех финдов на этой отчаянной атаке. И теперь у Андеда работает один экспанд при 29 лимита, а у орка работает два экспанда при 50 лимита. Короче, эта чаша весов постоянно колеблется. И теперь уже орк, естественно, в более выгодном положении. Таурен, аура дает скорость, напоминаю, и, по-моему, скорость передвижения, перемещения и атаки. А для виверн это показатель. Но орк уже не строит виверн, да, уже забудьте. Одним кайлом тут делу не поможешь. Вообще странно, что зеленохрюслый не построил себе бору на мейне, ну, в смысле, на экспанде. Войска вступили в бой. Надо было куда-то прятать рабочих, а так, ну, вот, получайте. Не доконтраливает орк местами, в общем, они подтупляют оба. Хотя в целом, скажем так, исполняют правильные задумки, но точность маневра, механика исполнения, конечно, оставляет желать лучшего, мягко говоря. Четвертого левела Барсик, два свитка, инвул, все как доктор прописал. Зоолог, безусловно, ветеринар. Барсика по-прежнему глаза, ну просто нельзя их показывать в присутствии полицейских, иначе его заберут совсем в другую клетку. Минус гулька, орк наламывается, вот этот раз три кадоя, лол, три кадоя, кого он собрался есть? И прожорливый орк. Ну и Андет со своими, конечно, 29 лимита, ну может там уже 35-40, явно сейчас в шоке от происходящего. 30 лимита у Уда. Тут выходят райдеры. Орк сменил тактику. И сейчас ощущает полную свою гегемонию на карте. Я решил вот лагерь наемников крипануть. Четвертый кадой. Ты лалка? Ты что? Что за атака кадоев? О, Андет там кое-как вышел в полтос. Начинается битва. Он вцепился в кадоя, не понимая, что там еще 4. А, он просто собирается сожрать всех финдов. Ну, это так себе. Нет, это слабая стратегия, потому что кадои быстро лопаются, спиритлинка нет. Ну и... что-то орк... По-моему, оверэкстендит сейчас. Он решил по фану выиграть Андеда. Видимо, будучи уверенным, что все уже закончилось, и он не может проиграть. Здесь корову втыкают. Сейчас ее на мясо. Корова топает и отчаянно убегает. В общем, орк с перепугу влупляет ТП, но все равно теряет Таурена. Андед, правда, потерял вообще все. Финт закопался уже после боя. Такая эстонская реакция. Финт из Прибалтики, видимо. Оу, меня чуть не убили. Ну, на самом деле, он его закапывает, чтобы быстрее зарегенить ХП. Одного финда все-таки слопали. Но что-то орк творит совершенно неимоверную дичь. Но ему можно, у него нычка работает. Ну, правда, сейчас вот накормят героев Андеда, и он на 5-5 связки может раскидать. Хотя можно вцепиться в ДК. Здесь была разведка боем. Но боя не было. Крипы испугались такого огромного, здорового, зеленого верзилы с дрыном на плече и разбежались в рассыпную. На самом деле, убиты были еще раньше. Это просто пион-детектив. Он сейчас осматривает место преступления, обводит мелом места, где лежали тела крипов. Хорошая идея, кстати, от орка. Он, видимо, еще один экспанд планирует построить. Причем в том месте, которое Undead разведывать не будет до поры до времени. А сколько там осталось в мейнах? Вопрос меня терзает, поскольку там уже им пора заканчиваться. Андеду нужно как-то думать о будущем, переползать на какие-то новые золотые прииски,
Destroyer. Блин, как же посмотреть-то, сколько денег в экспанде? Ну, в смысле, в майне. Войска вступили в бой. Никак. Будем надеяться, что я, мои тайминги и мои чутье меня не подводят. Они заканчиваются. Ну, у орка-то все в порядке. Вон он, видите, слева еще одна нычка растет. Показала суровая прозаичная реальность, даже такие толстые персонажи, как Таурен Чифтен, тоже иногда падают. Чем больше шкаф, тем громче падает, как бы говорит Undead. Эти персонажи на большое количество хп, стрэнджевики, я много раз уже это в Best Replay говорил, их слабая сторона — это физический дэмэдж. Они хорошо выдерживают заклинания, поскольку у них много хп, они все это впитывают, но у них мало армора, как правило, и они получают, ну, почти чистый урон от армии, поэтому если его поймать в сетку и начать дубасить не какими-то там колдунствами, да, и какими-то там парапсихологическими трюками, не наводить на него порчу, а просто набить ему рожу руками и ногами, то... Как правило, такие таурены не выдерживают. Не выдерживают подобного давления. Никогда не пытайтесь побить корову. Во-первых, вас могут засудить зоологи. Ну, это самое, как их там. Гринписовцы. Гуманоиды. А гуманисты, гума. В общем, вот эти, которые зоозащитники. А во-вторых, бить коров — это, в принципе, непродуктивное занятие и бессмысленное. Если эта корова, конечно, не высасывает из вас деньги уже несколько лет и не треплет вам нервы. Войска вступили в бой. Ну, а и в этом случае бить коров нельзя, помните об этом. Я не могу учить свою аудиторию плохому. Не пейте, не курите, занимайтесь спортом, помогайте маме. Уступайте место в автобусе бабушка. Тут орк наломился, что-то взорвал, забыл толстого. То жирные всегда убегают последними. Это показал еще фильм «Добро пожаловать в Зомбиленд». Тут все закончился мейн. Жирные всегда убегают последними и умирают первыми. Что, в общем, является следствием первого факта. То есть простой силлогизм, да? Undead все продает, на нычку он так и не накопил, так что будет сейчас как-то жить дальше. А орка работает уже второй экспант, и рабы втихаря прям под носом у Undead обустраивают себе новое гнездовье. Шикарно чувствует себя орк, у Undead еще и supply блок. Орка 63 лимита, у Undead 41, вообще все плохо у Undead, и он не может здесь выиграть, ну вообще никак. Ну вообще никак, кажется на первый взгляд. Но это Best Replace. И мы видим, как никто не замечает когтя принципиально, плюс 6, никому не нужны, все еще лежат. Все гордые, самоуверенные ребята. А Undead закладывает экспант в общем, на правом натурале. И будет там обустраивать базу. Но если орк это сейчас разведает, то все, на этом игра закончится, потому что будут минус все акалиты, а орк работает... Undead полез на нычку. Орк вообще не тем занимается сейчас. Он должен был почувствовать, ну как-то, знаете, каким-то игротским чутьем. Должен был понять, что у Undead точно так же закончился мейн, и он куда-то отправит акалитов. Вот пошла разведка, кстати, обратите внимание, красная точка пошла. И он увидит... Отвлекаем внимание Undead. По-моему, мейн там, ну, в смысле, здание, ратуша орочья экспенсерская выжила. И орк убивает Undead мейн. Ну, короче, я не знаю, как тут Undead вообще выжить. Он покупает ТП, красава вообще. Очень вовремя. Лучшее решение, если у вас мейн на последних хп. И вот, вот он, волк. Он еще и невидимый, потому что барсик не может быть ни пятого левела. Слишком много уже положено на этот алтарь жизней и судеб андедских. Единственный шанс Undead сейчас тыкнуть в барсика. Минус виверна, минус кадой. А орк не влезает в драку, все правильно. Там, кстати, довольно много Undead накопил дестройеров, но последние деньги поднял.
И как это ни странно, но сейчас он сильнее орка, несмотря на то, что у него нет мейна, у него нет золотодобычи. И его было меньше все это время. Орку нужно срочно поднимать, ну, на все деньги. Срочно снова контрактников привлекать на милитаризированную службу. Нужно строить бэтрайдеров, конечно же. Ну, бэтрайдеры, ё-моё, батки, дружище. Там калиты кое-как схоронились. А денег на то, чтобы... Угу. У андеда нет денег вообще. Я не помню, стоит ли денег оплетение рудника. Ну, андедское. Проклясть рудник, это бесплатно. Но не думаю. Все экстрасенсы, ясновидящие, насылающие проклятия, все берут за это деньги. Андед бросается в отчаянную атаку, фокусит кадоев, там ДК уже 18 левела, скорее всего. Врубает инвул, минус 3 кадоя, андеду, ой, орку очень плохо. Там нова, третья, извините. Койл должен, койл не в того, ты чё? Чайник передали, как-то лечу. Инвул выживает лич, но... Уже убивать неким совершенно героев орку. Таурен бросается в погоню. Надо стампануть, попробовать там чайник. Скролл спит, что за стоп? Ну ладно, хотя бы финда убьем. Минус финт. Койл в Таурена. Чайник. И догонят или нет? Ну ДК аура, ну Таурена аура. Таурен врубает свиток скорости. Там Барсик тоже скоро умрет. Это отличная погоня, ребята. Таурен гонится за ДКой. Лич гонится за Барсиком, и все они выстроились в колонну. Бенни Хилл бы порадовался снова. Погоня, и Таурен тут жалеет, что он не изучил вейв. ДК как бы дразнит корову, строит ей нос, рожи смешные. Лич на перехвате, сорбой, фокус, стом по личу. Подошли дестрой, сейчас обоих героев убьем. Да, будет минус 2 героя у орка. Великолепно, кстати, здесь Undead разводит и минус 2 героя орка. Вот это поворот. Вот это поворот не туда. И что делать? Очень круто сыграл Undead. На этого битого ДК я вспоминаю лановую игру Happy против Лина. Помните? Мы, возможно, найдем эти демки. Может быть, вы нам поможете отыскать эти демки. Две великолепных игры Happy против Лина в их матче, где в первой игре было совершенно невообразимое противостояние, где там заканчивались рудники, умирали герои. Happy там, как он на этого ДК байтил орка сумасшедшим образом и выиграл. Ну и третья игра, где Лин взял Шедоухантера первым героем. Всем казалось, что он просто рофлит, а он взял и... Ой, ты чего? Ты чего? Че это было? Че это? Почему это? Она почему? Что? Но ТП Андеду не нужен. Если честно, нафиг они не нужны. По сути, свиток, сфера тьмы не нужна, потому что у Лича арба и так нормально работает. ТП некуда тэпаться-то. В общем, ребята, для ТП нужен мейн. Очень весело. Короче, орк кое-как. У него же работает нычка слева. И если бы Undead о ней узнал, он бы сейчас убил и выиграл эту катку. Но помните, если бы орк узнал об акалитах, вовремя пришел, он бы выиграл катку. А если бы Undead сейчас узнал о рабочих, то он стал бы победителем в этом противостоянии. В общем, здесь постоянно весы переклоняются то в одну, то в другую сторону. Но на героях Undead может выигрывать. Отчаянный стомп, фокус в ДК. Сетка на ДК, у ДК ничего нет. Койл отчаяния, минус ДК. Барсик умирает во второй раз. Снова Undead разменивает одного героя на двух орочих. И убивает сейчас еще и всех виверн. Там зачем ты сражаешься? Убегай райдерами, не корми лича. Что ты делаешь? Он тебе не надо это. У тебя идет инкам. Ты просто дождись. Еще раз найми героя. У Андеда же нет денег. Конечно, бабки есть. Че ты кормишь его? Три райдера. Можно разводить вообще. Господи, какой... Можно вообще разводить. Вот там лич шестой, седьмой. Какой шестой? Там он шестой уже давно. Я к тому, что у него есть ультимейт, и он может его заюзать. Но тут есть райдеры, которые тоже могут выгрызать здание. И давно уже надо было хотя бы одного послать туда, чтобы он тюкал по кусочку. У орка есть еще одно главное здание. И Undead. Ну, с ультой лича он довольно быстро это все, кстати, убьет. Вот эта интрига пошла. Вот это... Че ты делаешь? Какой крипинг? А, ты пятый левел. Ясно, тебе нужен пятый левел. Возможно, правильно, он возьмет третью ауру, чтобы быстрее бегать. И побежали. Стомп здесь уже не нужен.
Орк, беги на базу к Андеду, убивай, разменивайся, у него нет денег. Ой, как орк сейчас теряет время. Как же он теряет время? Он сейчас выкупит еще барсика, инкам-то есть. Так. Фарсира ждем. Но для этого не нужно всей армии бежать на таверну, братиш. Тебе достаточно было здесь одного райдера держать или рабочего. Ну ладно, хрен с ним, райдера. А калиты мигрируют куда? Не знаю. А таскать золото они не могут. Они просто... Ну можно проклясть рудник или нет бесплатно? Он меня терзает этот вопрос уже минут 15, наверное. Вот это голд-демка. И кто бы что ни написал в комментариях, я буду спорить с ним до посинения. Это прекрасная игра. Да, были ошибки, но до сих пор непонятно, кто победит. Потому что у лича есть ульта. Ульта очень живо уничтожает здание. Мейн орка он вычистит за секунду. Потом он поймет, что у орка где-то еще есть экспанд. И лич, конечно, сейчас с тремя дестройерами, хотя уже не факт, что сильнее. Он же без ДК. Орк постепенно набирает армию. Вы понимаете... А, все-таки можно. Можно, ну конечно, это было бы чит. И как этому райдеру нужно вручать медаль? Нужно срочно идти убивать рудник. Быстро, быстро попытка убить райдера. Красава, калиты не дают себя в обиду. Че ты там ждешь? Господи, у меня начинает полыхать от игры орка. Ты че там ждешь на таверне? Вася, Вася. Я сейчас выцарапаю себе глаза. Undead? Undead может это выиграть. С одной стороны. Ему... Так, ну, окей. Не дождались. Они не дождались барсика. Ой, такой лалка. Такой лалка, господи. Да, тут бурова. И он... А, они не дождались. Он не смог выкупить барсика, да? Что алтаря нет. Или нет. Или что, или где, или чего. А калита в рассыпную. На тут убиваем. Короче, таурен 2 райдера против лича и 3 дестройеров. Есть новое. Это все можно продать, кстати. Вот эту сферу можно продать. Она тебе не нужна. Купить что-нибудь полезное. Инвул. Да. Да, это нужно сделать. Дружище. А по-моему, рудник все еще живет. Отличный, конечно, был сераунд. Сераунд акалитами. Мы ждем барсик. Нет, можно, конечно, выкупить героев достоверно, это точно достоверно известно даже мне. А, там лимита не было. Вот в чем проблема. Все, дошло. Там не было лимита. Вот теперь все появилось. Лимит есть, барсик вышел. Буровато убили. Здесь он деда пустой. Проклятый, но пустой рудник. И бабки бегут. Бабки бегут на рынок. За... Ну, то есть... Это антибабки. Обычно бабки отдают золото и покупают там чеснок, не знаю, морковь, что-то еще. От суставов что-нибудь. Вольтерен и Мульгель. А тут наоборот, бабки бегут за золотом. Это бабки золотодобычицы. У орка работает экспант. Андед уже прекрасно понимает, что у орка есть где-то нычка, потому что он убил орку мейн, а база не открылась. И он молодчина, он почувствовал, где это находится. У лича откулдаунилась ульта. Я уверен, очень близко уже. Undead сейчас может выиграть. Орку нужно срочно. Он не чувствует ситуацию. Ему нужно срочно бежать, строить где-то логово. Ульта откулдаунилась. Он может. С другой стороны, орку нужно бежать сейчас, защищать мейн. Это ведь последнее здание. И лич ультует. Здание. И бежит орк на всех парах. Он сейчас сольет просто. Он не успеет. Дестройеры на перехват. Начинают сразу же постреливать по райдерам. Лич ультует. Здание минус. Надо было добавлять армии, наверное. Успеет или не успеет. Нужно кинуть сетку. А, по-моему, это не прерывается заклинание сеткой. Я не уверен. Ну все! Эти чинят, но не вычинивают. И Undead одерживает заслуженную победу. Великолепно. Орк что-то там дрался с дестройерами. Я не знаю, что он делал. Но да, все. Победа Undead'а. Качели до последних секунд. Я честно... Оценка менялась где-то один раз в минуту, да? Один раз в минуту дискретно менялась оценка. Великолепная игра. Вот это старый добрый Best Replays. Сначала все было хорошо у Undead'ов. Помните, он принял орка на магазине, убил ему всех виверн, получил преимущество и пошел зачем-то добивать орка.
и нарвался на вторых волков, на чайник, на стомп и на наемников из лагеря. Потерял всех финдов, орк поставил экспанд, и, казалось бы, у него была армия, был экспанд. Он получил огромное преимущество, но начал строить каких-то идиотских кадоев. Зачем? Куда? Какие кадои в таком количестве, без передлинка, без... непонятно. В итоге Undead как-то потихонечку, подконтроливая на героях, которые получили уже к тому моменту хай-левелы, начал разбирать орка. И за счет дестройеров, которых орку просто нечем было убивать, он ведь бетрайдеров не строил, не знаю почему, может быть ему религиозные убеждения не позволяли. Орка, соответственно, подкормил андетских героев, и в чистом поле вдруг выяснилось, что орк проигрывает. Но у андеда кончился мейн, у орка в какой-то момент работали два экспанда. И тут бы орку начать разводить, строить райдеров и постоянно забегать андеду на мейн. Тупо взорвать все здания на мейне для того, чтобы закончить игру, не выпускать андеда с базы. Орк там что-то бегал. И, конечно, это эпичная побегушка с героями, где они выстроились в колонну по одному и гуськом бегали друг за другом. И андед великолепно разбейтил орка, убил ему двух героев, не потерял никого из своих. Это было прекрасно. Но и потом у орка были все шансы, ему нужно было райдерами с самого начала разводить, бежать, убивать. Райдеры довольно живо выкашивают здание, их было трое с Таурином, там бы все получилось. И он бы успел, я думаю, что он бы успел убить здание Андеду до того момента, как Андед бы обнаружил нычку, нашел ее, вот все эти дела. Но до орка не дошло, и все-таки там все раунд околитами, все было в этой игре потрясающе. Образец необычного сюжета, да, не безошибочного, да, не от прогеймеров, но все-таки ребята понимают в игре, ребята знают стратегии друг друга, они в целом делали в большинстве своем правильные вещи, но вот здесь, на этих качелях, удачнее оказался Undead, а орка стошнило. Прекрасно! Спасибо Аспиранту, надеюсь, вы тоже заценили, с вами был Бонивур, до новых встреч, и подписывайтесь на наш паблик, вступайте в наш паблик ВКонтакте, зал славы прямо сейчас на ваших экранах, там самые щедрые наши саппорты, также мы собираем цитатник из выпусков рубрики Best Replays в другой теме для обсуждений, и я напоминаю, друзья, помогайте нам с демками, подкидывайте, находите, и я вспоминаю пословицу про спасение утопающих, которое, как известно, дело рук самих утопающих. Давайте сами себе помогать, и тогда рубрика будет всегда в хорошем тонусе, потому что на одного аспиранта такую изнурительную работу, иступленную совершенно невообразимую, сваливать нельзя. Он старается, но не вывозит. Так что ждем ваших демок, и до новых встреч в 43-м выпуске. Пока!